Привет! Здравствуйте, ребята! Это программа «Рисуем вместе» на канале ЮТВ. Я ведущая Виктория Палкина и моя помощница... Лиза. Лиза, расскажи, а какие есть у тебя домашние животные? Ну, у меня есть мой котик Яшка. Да? Он иногда со мной спит, и мама уснула с моим братом, а папа зашел и увидел, как я с котом сплю, и даже его рукой обнял во сне. Да? Вот это дружба у вас. А хотела бы ты какого-нибудь необычного домашнего животного? Да. Какого? Собака. Собака? Ну, это обычная. Почему собаку? Ну, потому что она лучше, с ней гулять можно. И вдруг, например, какой-нибудь старый человек пройдет через дорогу и не увидит машину, а собака может спасти. Да. Может быть, тоже завести собаку. Так, а у меня вот на ум приходят другие необычные животные. Например, можно завести змею. Ты знала? Да. А можно завести еще, например, черепаху? Точно. Точно. Давай нарисуем черепашку. Давай. Тогда нам понадобятся фломастеры, перманентный маркер, листочек, хорошее настроение и желание завести черепашку. Так, начнем с того, что нарисуем голову черепашки. Чуть-чуть вот от этого бока отступаем, буквально несколько сантиметров. Угу. И где-то вот здесь мы рисуем вопросительный знак. Знаешь, что такое? Крючок. Знаешь, как выглядит? Вот мы рисуем крючок. Смотри. Полукруг. Нарисовали. Угу. Дальше. Делаем вот продолжение, вот такую линию. Дальше мы закручиваем нашу линию. Не до конца. Все, останавливайся. И делаем вот такую линию снизу. Угу. Так. И тут мы нарисовали шею нашей черепахи. А теперь сделаем ей большой-большой панцирь. Сначала делаем вот такую засечку. Так. А вот отсюда, смотри, вот от начала этой засечки мы сейчас будем рисовать вот такой круг. Панцирь. Вот такой. Да, молодец. А теперь здесь делаем еще одну засечку. Теперь наша задача с тобой сделать из этих засечек вот такие овалы. Угу. И с другой стороны. Это будет основание нашего панциря. Мы здесь продолжаем и делаем такие же. Они могут быть неровные овальчики. Смотри, теперь мы рисуем лапки. Лапки у нашей черепашки будут вот такие. Так? Да. И здесь еще одна лапка. Угу. Супер. Дальше у нашей черепашки есть животик, да? Угу. И мы его рисуем. Вот так. Молодец. И нам нужно нарисовать задние лапки. Рисуем так же. Одну лапку. Так, да. Дальше мы рисуем наши черепашки хвостик. Вот так проводи линию. А теперь рисуй хвостик, треугольничек. Молодец. И теперь нам надо нарисовать вот здесь сзади лапку еще одну. Mm-hmm. А я ее нарисую вот тут спереди. Дальше
дорисовываю. Вот тут уже у них панцирь, да, продолжение. И мы делаем вот такие линии. Мне надо это делать. Да. У тебя же тоже этот панцирь, прям небольшие. Чуть-чуть. Не до конца. Да. Все, супер. Теперь наша задача с тобой что сделать? Нарисовать? Глазки. Глазки? Давай глазки. Что мы делаем? Мы рисуем большой круг. Угу. Дальше. Проводим линию. Угу. И делаем кружочки. Помнишь, как мы рисовали раньше? Вот. И теперь все вокруг закрашиваем. А эти кружочки не трогаем внутри, они остаются белые. Теперь делаем вот тут запятую. Это будет носик. Угу. И реснички нашей черепашки. Три. И небольшой завиточек. Волосик. Да, волосик маленький. Укладка такая красивая, чтобы у черепашки была. Смотри дальше. Теперь нам надо нарисовать узоры на панцире. У них же выпуклый. Мы рисуем вот такие линии. Сверху. Еще вот так. И соединяем посерединке. Угу. Теперь здесь рисуем вот такую линию. Опускаем ее вот так. Вниз, да. И вот здесь вот так. А вот здесь вот так. И делаем вот так. Все, все, у тебя все сделано. Дальше. Так. И здесь. Так. И вот здесь это такой. Самое интересное начинается. Нам надо раскрашивать нашу черепашку. Угу. Какого цвета у нас черепашка? Черепашка зеленого. Тогда берем зеленый цвет и начинаем раскрашивать. Мы на лапках забыли нарисовать. Ноготочки. Точно. Даже у черепашки есть маникюр. Так, животик у нас будет желтым. Теперь темно-зеленым ноготочки. И заодно точечки на нашей черепашке. И заодно чуть-чуть обведем лапки сзади. Как тень. Дальше начинаем раскрашивать наш панцирь. Нам нужно оставить небольшие блики на наших кружочках. Мы делаем вот так, как капельки, когда мы рисовали. Мы раскрасили наше основание панциря, теперь раскрасим сам панцирь. Наша задача также раскрасить с бликами наш панцирь. А теперь наша с тобой задача нарисовать на них узоры. Мы берем любой цвет и рисуем вот такие завиточки. Дальше мы также коричневым закрашиваем все остальное. А теперь берем темно-зеленый цвет. Обводим все кружочки, которые ты нарисовала. Вот эти, да. Теперь мы рисуем вот такие линии, вот линию горизонта. На чем стоит черепашка. И желтым цветом чуть-чуть раскрашиваем. Раз, два, три. Вот такие классные черепашки у нас получились с Лизой. Если вы хотите также рисовать вместе с нами, подписывайтесь на наш канал в YouTube и не пропускайте видео. А мы с вами прощаемся. С вами была Виктория Палкина, моя помощница Лиза. Всем пока-пока! Пока!